Нахчеване находится основная русская армия, где-то около 12 тысяч человек. Здесь находится около Еревана отряд Красовского, 3 тысячи человек осадный. И здесь находится Ишмядзин. И простенок начинает подходить русская осадная артиллерия для города Еревана. Занятие города Еревана. Дело в том, что из-за отсутствия тяжелых осадной артиллерии два провалилось занятие крепости Еревана. И было 5 орудий. И именно с этих одного орудия стрелял по персам управляющий армянской церковью Дерсес Аштаракетси. В 6 часов вечера сражение закончилось, русские полностью прошли к Ишмядзину, оттуда вышел навстречу местный гарнизон, и сражение прекратилось. Но в результате потери русских составили 1131 человек убитыми. Паскевичу пришлось признать обоснованность операции по Ашакану и внести в военный журнал. Случай, по данным нашей историографии, на 1827-28 год там было 27% армянское население, а в 1850 году, 1 января, открылась Ереванская губерния. Закон о ее создании был принят в июне 1849 года.